Окей, пацаны, внимание, спойлер. Сразу прошу прощения, если вы еще не видели шоу, но вам надо это взглянуть. Похоже, что Иисус... Иисус, похоже, мертв. Да, Иисусу проткнули сердце прошлой ночью. Ну, это точно, да? Сможем ли мы еще увидеть воскрешение Иисуса? К сожалению, только с другим парнем. А он, вероятно, не вернется скоро. Там прошло около 6 лет между 5-м и 6-м эпизодами. Поэтому, возможно, вы еще увидите, что происходило с Иисусом в этот временной скачок. Но в это время Иисуса уже точно не будет. Слушай, ну и как ты себя чувствуешь? Вообще, очень нормально даже. Я думаю, мы ушли на очень высокой ноте. Я очень и очень доволен своим промежутком, что удалось поработать. Тем, как это было удивительно и шокирующе одновременно. Я просто хотел рассказать хорошую историю, хотел быть вовлечен в легендарное повествование. И я думаю, что я остался в аналог шоу. В этот момент, я думаю, люди будут помнить меня. Каково тебе смотреть на тот момент, когда ты умираешь? Слушай, клево! Слушай, для меня это часть какого-то искусства в этот момент. Но скорее было сложнее моей девушке. Я думаю, ей все еще тяжело с этим смириться, смотря на экран. Но сейчас лечили меня, когда все отснято, и все, что случилось, было настолько круто, что я буквально такие ужасно рад, что так было. Ты работал здесь 3 года. Это, по-моему, твоя самая долгая работа на одном месте. Ты чувствуешь свободу? Абсолютно точно. Просто, когда вы играете одних и тех же персонажей из года в год, у вас стоят ограничения на то, какие роли другие вы хотите играть. Да, прекрасно иметь одну стабильную работу, которая продолжается в течение 3 лет. Это все-таки одно из крупнейших шоу на телевидении. Но в то же время вы и связаны, потому что вы можете хотеть играть другого персонажа. И вот это меня тоже немного отягощало. Но в то же время у меня так было много прекрасных моментов. Вы сами видите, я отрастил волосы, бороду. Я был этим персонажем в течение этих 3 лет, не только касаемо моей работы. Так что сейчас у меня будет небольшой перерыв. Но ты, наверное, собираешься побриться и постричься. Слушай, я думаю, что не так много парней в Голливуде с длинными волосами. Ну и все-таки уход за ними занял у меня 2,5 года. Так что, может быть, я попродержу волосы. Скоро наступает конец хоккейного сезона, и ты можешь как раз к этому моменту побрить свою бороду. Я читал, что ты говорил за Hollywood Reporter. Ты не был в восторге от того направления, куда развивали этого персонажа. Можешь рассказать об этом? Да, я так говорил, потому что думал, что в персонаже будет очень много из комикса. А в комиксе он занимал огромное место, особенно в те 2 последних года, что я снимался. Он там великолепный боец, и у него была масса буквально таких очень крутых моментов. И это именно тот сценарий, который бы я хотел реализовать. Но у нас свой сценарий для шоу. Я специально очень долго занимался, готовился ко всему этому. Потому что я читал комикс, тренировки, очень много боевых тренировок в это время. Я был буквально с головой в этом. И почти ни одного из этого момента так и не было показано в шоу. И я постоянно ощущал какую-то внутреннюю фрустрацию от этого, что я не могу показать то, к чему я готовился. Да, но по воле того, что происходит, история пошла так, как она пошла. Ну, насколько я знаю, в комиксах твой персонаж еще жив. Да, и это действительно огромный сюрприз для всех. И я знаю людей, которые любят комиксы. Поэтому вы всегда можете знать и наслаждаться тем фактом, что даже кровавое шоу иногда не подвластно комиксу. И именно поэтому мне, возможно, жаль так говорить прощай этому персонажу. Но он тот мостик, который проложил путь к этой новой истории уже. И каково тебе было говорить прощай многим персонажам, с которыми ты был на этом шоу? Например, включая Эндрю Линкольна. У нас есть даже картинка, где вы вдвоем. Очень старая фотка. Ну, мне здесь около 16-17 лет. Энди и я посещали один и тот же театральный кружок после школы, и он был несколько более старшим классе, чем я, поэтому он ушел раньше, и да, мы оба с Англии. Это был бенефис на Миллениум тогда. И он просто пришел нас навестить. Он был тем парнем, которого мы видели, и мы все такие, ты знаешь, это был он. Он говорил, ты сможешь это сыграть. Уже тогда он был очень хорошо известным актером Британии. И да, было очень вдохновляюще, когда я его увидел снова уже здесь. Но мы, кстати, работали вместе в 2008 году на Грозовом перевале. Ну и сейчас очень быстро, что дальше можно видеть от тебя? Что будет у меня? О, ну я собираюсь жениться. Я думаю, это будет очень интересно. Да, это очень важно. Ну а в остальном? Я пока что в свободном плавании. Окей, но мои поздравления.